Так, ладно. Снайп-контроллер, все включено. Ну что ж. Байкохэр. Играю в него первый раз. Так, ну Баки О'Хэра, его экипаж. Блинки, Деда и Дженни, Вилли Файт. Чтобы спасти вселенную от... Ну, короче, от жаб. И в один день атаковали экипажа Баки. Вот и похитили экипаж зайца вот этого, блин. Блинки на зеленой планете, Дедай на красной, Дженни на синей и Вилли на желтой планете. А, Баки О'Хэр, твои друзья теперь мои, ты следующий. Баки спасся от рук Тоуда. Мы, короче, нужно всех друзей спасти. Да, вот теперь сейчас потечет, блин. Ну, поехали. Сколько часов это займет, я не знаю, в принципе. На нормале. Можно, наверное, кайфануть сколько угодно от этой игры. Здорово, Иван. Наверное, просто можно попрыгать, наверное. Ай. А, да блин. Как... Ну, а вот и нет, в принципе. Прикиньте, еще была аркадная версия Баки О'Хэр, битэмап. Прям конкретный битэмап, между прочим. Блять, что я сделал? Зажал кнопку выстрела и сделал чардж. Нафига? Можно взять. А тут, в принципе, можно вот так вот сделать. Блять. Не допрыгнул. Блин, случайно бы не удержать кнопку выстрела, иначе опять прыгнул. Да! Пиздец, вот как еще отличить падающие фиговины от других?
Блин, это только... Это только первый уровень. Чуть светлее. Ну хорошо, что, блин, вот... А, падает, падает. Это не падает. Хорошо, что тут, блин, не мыльный композит, в отличие от нормальной такой трушной картинки. Ну, не знаю. Наверное, было бы непривычно различать вот эти светлые цвета. В ямку-то еще не упасть, нифига. Так. О, я хочу пауэр взять. Да. Чего не допрыгиваю, блин? А, уже босс. А, офигенно. Так вот. Ну да. Ладно, первый уровень оказался слишком простым. Спасибо, капитан. Так, что там, спас орудие, которое будет разрушать ледяные стены и камни. Также есть типа ракетная тяга, позволяющая летать. Так. На синюю планету дальше. Там как раз нужен... Ой, блин. Физика льда. А, ну вот. Блин, вот эти вот змеи, наверное, будут бесить меня больше всего. Да. Мне, наверное, все-таки мелким надо. Или все-таки подождать, наверное. Вот подождать сейчас. Не. Надо как-то побыстрее, походу. Во. Блять! Хереть. Так, и тут не подождал. Да. Лед, змеи. Охренеешь.
А, можно подождать, значит. Так, а я могу? Нет, не могу спуститься. Блин. Хотел за жизнь пойти. Да, охуеть. Я даже, ну, зажимал кнопку вправо, но он что-то не запрыгивал толком. Ух ты, блин. Ну, что поделать? Блять. Карабан, спасибо за фолловерку на Твиче. Добро пожаловать на канал. Да, блях, муха. О, запрыгнул. Так, КП у нас общее, да? А вот шкала силы, она разная. Но она сохраняет, я смотрю. Так. Да не шевелись ты ни хрена. Так, ну дальше понятно. А, и все равно меня, блин, дамажит. Скорее всего, потолок. Надо еще это самое. Так, дай мне пауэр. А вот тут лучше не прыгать, наверное. Уф-уф-уф. Да, вот шипастый потолок. Все убивает сразу. Ты можешь за этим побегать? А, не, тут все-таки да. Ну да, если, по-моему, начинать уровень сразу с этого уровня, без всяких помощников, то... То ты хрен в этот текст, наверное, пройдешь.
Так. Отлично. Застрял! Так, это у нас Дженни, да? Бимбластер, тот Турбобол. Так, а вот дальше, по-моему... Я не знаю, желтая ли планета, блин, или красная. Скорее всего, красная. Я могу ошибаться в выборе уровня. Ладно, посмотрим. А, офигенно. Еще огоньки с первого раза убивают. Так. Во, неплохо. А, мне нужно для каждого, блин, шкалу силы прокачивать. Понятно. Так, а я же могу наверх-то полететь, да? Угу. Блин, тут жизнь-ка, я бы хотел бы взять. Оттуда я долечу, интересно. Ну, можно, в принципе. Да. Так. Ой, блядь, ой, бля. Ёбаный Мегамен. А, как я ненавижу. Проклятие Мегамена второго. Куда, блядь, идти? Хуй понятно! Охуеть. Направо, налево. Беги! Ладно, хоть так. Так. Ой, я вижу отсылка к... Ну, вообще тут... либо Градиусу второму, либо это Life Force. Как бы ассет, да, из двух игр шмапов. А вообще, в первую очередь, выходил Life Force. Точнее, Salamander. Сначала, 87-й год.
Потом градиус второй, 88 уже. Не, очень круто, что в Konami использовались вот эти вот пасхалки свои, отсылки. Что очень прикольно. Но, блядь, меня всегда раздражал вот этот огонек, неважно где. Либо в Вайфорсе, либо в Градиусе. Мне нравятся баки тем, что слишком много понапижено отсюда. Блин, а где еще что было? Вот пока вот этот огонек по дуге, который, ну блин. И все. Или, возможно, где-то еще будет. А, ну Мегамен, блин, ну как бы сложно сказать на самом деле. Во втором Мегамене там же вот эти лучи, они прямые, а тут вот как. Или вообще отсылки к старым играм. Ой, ёб твою мать. А, блин. Можно на этом кататься. Понятно. А я думал... Ха. Ну, короче, я понял. Спизжено все... Все и везде. Блин, у меня полоска хп теперь мало. Охренеть. Да... Не долетел. Заебись, хотел лягушку убить, а в итоге упал в яму. Во хрень какая. Хотел за жизнь пойти. Или можно просто вот так вот еще сделать. Жизнь, кто надо взять. А, еще и враги рисуются, бля. Респавнится. Так, мне вот это, блин, немножко пугает. Ну-ка. Ладно, хоть так. По-моему, неправильный тайминг я поймал с париком. Блин. Конечно. Охеренно. Не, ну хорошо, что после гейм-овера не откидывает. Прям в самое начало уровня. Иначе было бы пиздец, конечно, как трудно. Подожди.
простой босс, ладно. Пикселенджу, спасибо за подписку на Ютубе. Так, тот бластер, который... Ну, типа просто украл с арсенала жаб. Есть хоть одна игра, где не надо ничего запоминать? Возможно, есть. Блять, какой-нибудь Donkey Kong, не знаю. Так, желтая планета осталась. Ох ты, блядь. Так, мне нужно шкалу силы где-то вот надыбать еще. Так. Да ёпта! Так, нет, стоять. Я ж доп... Не, я там не допрыгну, походу. О, а вы памятка, я тебе говорил, вот. Точнее, спрашивал, надо это самое уточнять. Поэтому я вот говорю, не факт, что топ-лоудер американский поддерживал бы все вот эти вот звуковые каналы. Да и к тому же там слот для картриджей был чисто для американских и европейских версий. Ну кстати, европейка кушал топ-лоудер американский. А вот японка наоборот. The Rocket Pace. С RGB модом, ну там тоже нормально, в принципе. RGB мод. Так, нет. Ладно, дальше. Что-то сверху что ли было? Так, вот спрайтик. Ой, бля. Подожди, что там было еще? А ничего не было. Ну, естественно, это. Там, блядь, ПВМ плюс картинка с РГБ захватом, так конечно. О чем разговор-то? Я тоже как-то хотел себе ПВМ ради прелестной картинки. Вообще самый такой трушный, скажем так. Так. А, нифига, тут надо вот еще как. Так, мне надо вот этого утку прокачать в пауэре. О, нифига, это предган у него. Спрэдган тут контра, как бы. Блять. Ну ладно, хоть жизньку взял и потом... Потом потерял.
так. Мне надо... Тайминг, блядь. Тайминг летающего метеорита поймать. Как-то сложновато немного. Да, блин. А, они же не дамажат меня, ну блин. А вот, вот так они могут делать еще. А зачем я прыгнул? Здорово, Юйки, спасибо за рейд. Как раз и сегодня обещал Бакюхэр поиграть. Надо было, когда у нас год зайца-то был, в 23-м же году. Ух ты, ё-моё, вот этот скроллинг. Куда я еду? В прошлом году да, надо было, блин, как раз всем играть в Бакюхэр. Про дракона, двойные драконы. Вот как раз, блин, хочется первую часть попробовать пройти. Странно. Наверное, будет сложно, чем вторая и третья. А, ну дракон, бля, холидайвера. Не, холидайвера изи. Сразу скажу. Это не... Блядь! Почему шипы, блядь? Холидайвер изи не сарказм. А прямое заявление, скажу. Здорово, карта, спасибо. Так, надо запомнить, что там шипы будет на входе. Так, садится. Иди нахер, сука. Еще где-то платформа будет. Да? Да? Да, иди в... Иди в пень, блядь. Че это херня? А, я, наверное, не в правильную точку встал. Так, я запомнил. Да, блин. А, ты еще и так можешь. Если сравнить со всяким Бёрдвик или Карри Вариус, то изи, да. Хм. Так, иди нахер. Так, что надо сделать? Надо пушку сначала уничтожить или что? Пока надо самому разобраться.
пушка не уничтожается. Так. Так, один есть. О, это хреново. А, зато... Все, отлично. Флэппи, блин. А что за игра такая Флэппи? Люпен Сенсей в списке дропнутого есть. Там какой-то... А, этот, блин. А, нет. Или да. Или я путаю. Чё-то там с названием Мупад. У меня в голове крутится название. Не знаю. Так, ну чё, всех спасли. Ну чё, Баки снова спас экипаж, но опять. Опять это жаба. Блинки, просыпайся. Короче, мы попали в ловушку самого корабля. Да, лягушка. Да блин, жаба, лягушки, ё-моё. Ну сейчас начнется. Так. А мне надо эту штуку взять. Квизи после оглашения ответа врубить видео. А, где ответ? Надо добавить типа источник. Там есть такая опция. Add media файл, короче. Вот ты, блять, зараза. Где там эта фиговина была? Да! А его хрен убью, походу. Все равно нужно почистить звук с уровня игры, чтобы сразу не узнали игру. Короче, там все есть. Там в поле ответа можно вставить источник для видео на с Ютуба. Да, блин. А, не сначала уровня. Да, повезло.
нельзя уничтожить, да? Понятно. И в прыжке не получается попрыгать по этим конвейерам. Блин, опять где-то будет. А, вот так я. А, вот так я могу. Опять этот Мегамен, блядь. А что если я направо пойду? А нахрен я прыгнул? Я уж ожидал насчет ловушки, но. Блин. Вот по-любому где-то яма будет. Я вот чую. Еще вот что сделал, блин. Опять и меня еще убил. Блин, я уж хотел туда пойти. Ладно, надо подождать. Блин, ты еще и так можешь. Ударов-то наносить надо. Конец-то, блин. Не могла себя контролировать, блин. Так. А, и все? Ради этого я шел. Понятно. Офигеть.
короче, можно куда идти. А я нажал прыжок. Круто. Проще было. Так, а чё, куда можно пойти-то? А, еще раз я пошел. А, интересно. А, блядь. Блин, охренеть, он какой жесткий. Я просто уворачиваюсь от его выстрела. Ясно. Ладно, сейчас мы попробуем. Чего вообще пацан забыл в экипаже, блин, с какими-то странными существами по типу блинки, вот этого персонажа Дженни, еще и зайца с уткой. Ясно. Так, подожди, тут, блин, подстава с этими блоками. Да, блядь. Наверное, вот это самый раздражающий момент в игре с этими блоками.
блин. Надо было подождать. Так, то есть нужно кем там, зайцем пропрыгать или все-таки полететь? Ё-моё. Так, ладно. Блин, мне кажется, хрень. Вообще хрень вариант. И вот эта фиговина. Подожди, тут что-то есть. Вроде не сбивал, нифига. А, пусто. Ладно, хоть хпшку взял. Я ж потом потеряю. Вот куда я поспешил сейчас. Вот один звук мешает другому. Блин. Блин, мне так хочется взять вот эту фиговину. Я не знаю. А, он даже так делает. Для утки полезно будет потом. А, еще вот так вот катается. Ну, блин. Поэтому надо мелким, наверное, сейчас. Так. Что, вниз, что ли? По-моему, если... Блин, если я правильно помню, можно встать в центр и стрелять только наверх. Ну это прям какая-то тактика имбы. А, вот так еще задевает меня. Наверное, поправили сейчас. Ну это точно, блин, Life Force. Помните последний уровень с побегом? Это то же самое, когда такие штуковины
закрывается. Так, а я не помню, что еще меня убило, меня потому что, блин, замылилось в глазах. А, я потому что перестал, наверное, стрелять и задамаживаюсь об шипы. А, хотя... Надо сейчас еще раз посмотреть, что там было. Или камень просто упал, которого я не видел. А, ну да, камешек. Действительно. Так, тут надо подвигаться. Здорово, Серега. Блин. Блять. Слишком много двигаться нужно. А будет чекпоинт, интересно, или нет? Если я вдруг сдохну. Вот кто это? Киборг. Помноженный на вечность. Выход. Скорее всего, остался этот... Утка. Да. Я уж как-то можно по-быстрому зафигарить. А, ты даже вот... А, понятно, нужно сейчас поймать. Да как эта штука так, блин, тяжело управляется? Во! Охренеть! Все, все в порядке, всех спасли опять. Ну, а я нет. Я потому что впервые еще играю в эту игру. Капитан, что мы будем делать? Мы должны спастись Дженни сейчас. Что ж, где же мы теперь? Я рассчитал поблизости код на магма танкера. Давайте последуем. Затем мы можем взорвать ихние танки. Впервые играли в эту игру и вообще не понимали, что на уровнях делать. Так, ну что, еще три стейджа, да? Что это у нас? Salvage Shoot. Нифига вы разделились. Не летели просто вот... Да, блин, просто мимо них пройти. Так,
утка. Надо... Надо утку накормить вот этой штукой. Блях, муха. Блин, вот получаешь урон и сразу же следующим уроном ловишь. Как будто нету, блин, лишних фреймов, чтобы хотя бы мимо врагов пройти дэмэдж-бустом. О, опять взорвал, блин. Охренеть, чуть не сдох сейчас. Ой, блядь, опять этот хер. О, и не перепрыгнул. Мимо них по-быстрому пройти. Блядь. Раньше прыгнул. Ой, я пешку взял, случайно. Да ё-моё. Теперь можно хп взять. Так, не будет этой фигни такой же? Так, а я достану или нет? Ух ты, ё-моё. Это уже хуже, чем... Чем было до этого. Так. Всё. Отлично. У всех теперь это самое. А, только у пиздюка осталось. Бля. Чем дальше, тем интереснее. Так, не падать в центр. А сразу налево. О, прям на шипы. Отлично. Ну, зато можно еще раз... ...ТП взять. Направо надо было. Блин, там еще хп. Вот так. О, нет. Мне кажется, это хреново. Блин, они все равно триггерятся, ё-моё. Еще не убивается ни хрена. Еще и рандомно сверху появляется.
Это что еще такое? Отцепись, блядь! Так, что меня пожирает, интересно? Заебись. И никак от этого не избавиться. Похоже. Да, блядь. Да ну... Даже и так не получается. Жесть никакие. Да, блин. Супа возьму, что ли? Нет, не возьму. Да, блядь. Они убиваются вообще или нет? А, убиваются. Чё это? Прекрасно. Ладно, зато буду знать, что они убиваются. Так. Вот так вот, потихоньку. Сейчас еще раз появится, ну конечно. Блин. А там вот эти штучки еще. Ага. А вот тут тупка не помешал бы сейчас. Ну-ка, чё он может? Он прыгает нормально, в принципе, по стеночке. Так, пацаненку надо пешку, да, еще? Блин. Ну ничего, главное, экран прошли, уже чекпоинт. Так, тут, наверное, сейчас вот этим вот пойти.
Жизнь хорошо. Да, блядь. Всегда подстава будет, вот. В любом, ну, в любой ситуации будь подстава впереди. Хотя можно утка сейчас. Да. Тут надо как-то быстро. Тем более еще. Не с первого выстрела убивается. Да ёпта! Ну, либо damage boost получать надо. Вот как-то так. О, ну все, сейчас. Сейчас попрет. Сложный уровень. Вот что там, вода впереди. А там, по-моему, вот здесь. Пустота. Так, что дальше у нас? Вот там, так, трубу я вижу. Вот здесь. Пиксельно перемещаемся. Здесь упасть можно. Так. Стенка, что ли? А. Тут я не уверен, что в конце-то. О, нормально. Блин, оказывается, на них можно стоять, типа. Или за этим надо допрыгивать. Вам, чтобы я попал. О, на платформу. О, звуки с контры. Сейчас.
Блин. Сейчас убьем. Почти. Но вот уверен, что я убью сейчас. Так, вот оно, ядро, капитан. Магма находится тут. Мы должны взорвать этот двухбитный танкер. Убит. Так, чё, предпоследний уровень, да? О-о-о! Ну вот. Как раз... Блин. Сейчас прыгать по этим фиговинам надо. Не, подожди. Кем там надо? Не этим летающим-то? Да, блин. А, ну я хотя подожду. Ой. Ну, хоть как-то продвигаюсь. Так, где там край? Здесь. Ой-ой. О, а тут можно уткой попрыгать. Блин, что у меня с интернетом все не происходит, конечно. О. I hate you. А, там потолок сверху. А это кто у нас? Да, блин. Remember, I hate you. Понятно. Вот что он имел в виду, значит. Блин.
там еще и ХП было. Лучше не надо так делать. Так. Тут, скорее всего, не допрыгну. Блин. О, еще жизнь дали в придачу. Отлично. Интересная фигня, да? Вот поставили ХПшку прямо на яме. Вообще офигенно. Просто допрыгнул, но тут же упал. Наверное, вот так вот перепрыгивать. Блин, красота. Еще и жизнь вот на яме. Полетели. Только не так. Так, ну тут утка. Так. У меня он чуть вообще не полетел вправо. Таким чудом. Так. Ну что, сейчас босс, по идее? Ага, вот это фиговина, бля. Еще и нужно, блин, как-то вот момент ловить, чтобы попасть туда, в другую сторону.
Да ё-моё. Короче, что тут, блин, уткой что ли вот надо? А, я хрен, наверное, залезу. А вот, ну-ка. О, отлично. Блин, был шанс просто пробежать. Ой, упал. О, надо было подождать, кстати. Вот как я вот раньше делал. Так зашел. И вот сейчас. Блять, еще один. Заходим. Нет. Блин. Ой, вот сейчас был момент. Блин, вот сейчас был момент пробежать. Блять, еще один. Да какого хера? Че еще-то надо? А, блять. Я бы так, наверное, не пробежал быстро. Ой. Да. Охренеть. Японцы гений на... Да. Еще и, блин, пушку хрен уничтожишь. Ой, ну вот пиксель остался, вот пиксель пробежать надо. Опять. А что если так зайдем? Ну не, хера. Да, блядь, и все равно в яму. Ну? Во. Да ёбаный в рот этих змей, блядь. Еще в этот раз.
А, еще и эта херня, да? Упади. Молодец. Софткор. Ой, что я делаю? Блять, сколько еще уровней-то осталось до босса? Я, кстати, вряд ли буду участвовать в ивенте от Нюка в этот раз. Ну, в смысле, сейчас. Потому что по времени я вряд ли найду 6 часов свободного времени. Они типа у меня сейчас есть, но невыгодно это для всех. Это если после марта месяца какой-нибудь, да, вдруг, то там уже не получится 100% у меня лично. Ну опять дней, блядь. Так, ну, наверное, босс, да, в этот раз? Офигеть. Наконец-то. Так, что мне нужно? Вот эту штуку, наверное, уничтожить, да? Ай, охренеть. Блин, я бы не сказал, что это прям с Градиуса похоже. Прям один в один. Пожалуйста, дай мне убить тебя. Да, если я урон получаю, то уже как бы все. А как встать, я не знаю. А сверху уничтожается эта штука? Нет. О, ладно, блядь. Хотя бы так. Чё, последний уровень? Побег. Музони, блин, да. Так, надо этого. Кто у нас прямо стреляет? Во.
Это надо взять. Потом, наверное, уже не будет ни хрена. Блин, вот уровень эскейпа, да, как-то вот напоминает очень сильно с тем же Градиусом. Хотел жизньку взять. А вот сейчас можно... А сейчас... О, спасибо. А, блядь, можно кнопку держать. Заебись. Жадным, в смысле. В чем заключается моя жадность? В накоплении жизни или чё? Ой, ё. Так. Это уже побыстрее стало. Сейчас тут надо концентрацию. Ну жизнь-то надо мне накопить. О, ХП. Здорово, аватар. Но я не буду в здравом уме играть на харде при ферстране. Я и так столько раз умирал, конечно. Так. Теперь это фиговина. Нет, я не проходил, это мое первое прохождение. Вот, за почти 2 часа уже вот конец игры. Сейчас уже этот будет кораблик, да, насколько я помню. О, да, действительно. Кораблик. Да, я вообще никогда не проходил Bakugou Hair. Там мне картриджа не было. В детстве. Ну, как бы я чутка в него играл, пытался даже. А вот потом я что-то это... Ой, блин, так, аккуратно. У меня. О. У меня аватара еще есть несколько игр, которые я вообще либо не играл, либо играл, но не совсем проходил. Блять, еще один круг надо делать. Лишь бы не сдохнуть.
наконец-то. Ладно, хоть с первого раза уничтожу. Да был в большинстве, большинства людей такой картридж. С потертым копирайтом и хардмодом сразу же. Тем более на GBX был аукцион, в котором продавался картридж такой игрой. ТВ-геймовский или стиплер, ну неважно. И такой картридж ушел за 20 тысяч. Вот представляете? Я уж как-то говорил. На прошлом стриме, что ли, по танчикам? Мне кажется, блин, вот этот последний босс как-то не очень сложный. Ай. Вот главное... Главное не вырезать ни во что. Все. Плюс одна игра, копилку пройденных игр. Спасибо за ГГ. Не, ну игра хорошая, бесспорно. Но, блин, сложность, конечно, да. Дает прикурить. Не, ну на аркаде нормально, в принципе, сама игра-то. В битэмап. Так еще и вчетвером можно бегать. Только кого-то, по-моему, нельзя выбирать. Нормальные черепахи. Ну да. У меня тоже были нормальные. Как бы. Блин, у меня, по-моему, насчет черепах у меня трехигровка была. Вот четвертая точно. И, по-моему, вторая и третья. А вот первой не было.
вообще в этой трехигровке. Хотя и до этого был какой-то еще какая-то двухигровка была с черепахами. Там вроде бы и вторая, и третья часть, но там с третьей части было все в порядке. Хотя, может, и на каком-то карике попадался неубиваемый Шреддер из-за того, что потерты копирайты на титульном экране и не прошла проверку. Не прошла проверку логотипа и включался флажок хардмода. Все мы прекрасно знаем, что насчет Konami игры, выходившие после 90-го года, они внедряли антипиратскую защиту. В абсолютно любой игре. Это было только после 90-х годов. И до вот 94-го, когда выходил уже Tournament Fighters, последняя игра от Konami в 94-м. И в любых играх от Konami включался, ну, эффект хардмода или что-либо в таком плане. Тини Туни, например, зацикленные уровни после уровня 3-3. Или еще где-то. Все, конец. Ну вот, за сколько мы прошли? Час 40 где-то, да? Я даже быстрее Юкионика, что ли, прошел.